Национальный университет Одесская юридическая академия понес большую утрату. На 69-м году жизни ушла из жизни Озернюк Людмила Аркадьевна. Бессменный многолетний начальник отдела кадров Национального университета Одесская юридическая академия. Выпускница филологического факультета Одесского государственного университета имени Мечникова Людмила Аркадьевна в этом вузе состоялась как профессионал своего дела на должности старшего инспектора, заместителя, а затем начальника отдела кадров. После создания Одесской государственной юридической академии в декабре 1997 года Людмила Озернюк, не раздумывая, влилась в коллектив вуза. Последняя запись в ее трудовой книжке была сделана с ее переходом 1 февраля 1998 года. А дальше только благодарности, почетные грамоты и почетные звания. Отличник образования Украины, заслуженный работник образования Украины, почетная грамота Кабинета министров Украины, опытный кадровик Людмила Озернюк. Озернюк прожила жизнь добросовестного и честного работника, к мнению которого всегда прислушивались, уважали за ее скромность и деловые качества. Это был руководитель подразделения с большим практическим опытом работы. Людмила Аркадьевна пользовалась заслуженным авторитетом среди преподавателей, сотрудников и студентов. Коллеги ценили за доброжелательность, общительность, желание всегда прийти на помощь. Многотысячный коллектив «Альма-Матер» скорбит вместе с родными и близкими. Прощание с Людмилой Аркадьевной состоится 27 февраля в 14 часов в храме Святой Мученицы Татьяны.